Если не ты, то кто возьмет твою жизнь под контроль? Можно сколько угодно ссылаться на ретроградный Меркурий, Венеру, Луну, откладывать свою жизнь до лучшего момента или события, думать, что через год точно все будет по-другому. Не будет. Никто не ждет от тебя высокого результата. И да, быстрого успеха не существует. Но есть жизнь. И она идет прямо сейчас. Оглянись. Ты точно проживаешь свою жизнь. А люди, которые рядом с тобой, точно тебе необходимы. Если да, то здорово, иди вперед. Но если нет, решайся. Меняй города, людей, работу, пока не поймешь, что ты по-настоящему счастлив. Пока не поймешь, что ты дома. Я очень тебя прошу, ты живешь один единственный раз. Но будь же ты чуточку смелее. Просто задай себе один единственный вопрос. Я готов потратить еще один год на то же самое. И я лично.